Здрасте. Вы тот, кто вот смотрит это, вот некоторые из вас, наверное, подумают, что мы хотим подло скопировать Сашу и Сережу. Так нет. Мы просто вот тут ночью в Минске решили обсудить вчерашних квартирников с коллегами. Да. Меня зовут Атмарави. Меня Витшарма. Вот. И мы вчера играли, пели в городе Минске. Это было 10 марта. Жалко, что не танцевали. Мне очень хотелось подергать ногами. Да, вот это, наверное, новый аспект. Мы обсуждали, что стоит добавить следующую фазу. Вот или квартирник, как концерт, да? То есть приходим, садимся, поем. И потом хочется добавить вот фазу движения, празднования, танца. Вот физически как-то пережить вот счастье бытия вместе, а не только вот духовно. Да, то как-то вот эта энергия рассеивается. Вместе с людьми. Да, сначала... жалко, вот вроде только встретились и уже. Да, только встретились, только уже привыкли, может даже полюбили друг друга. Да, вот у меня последний раз, вот вчера, я прямо вот это вот ощущение связи, как-то желание побыть вместе, у меня вот с несколькими людьми возникло. Ну, я не так опытен, конечно, как вы, коллеги. В этом плане. Еще мне очень сильно вот приблизительно то, как вот сейчас вот. Вот так вот светила лампочка. Поэтому лица мне были видны очень плохо. Да. Но все-таки несколько счастливых глаз я там отметил. Да, вообще, вот кто был там, спасибо, ребята, замечательно. Это было просто удивительно. Да. А главное, я видел, что очень много людей съемку вели, причем очень такими модными, дорогостоящими камерами. Да. Если вдруг будут какие-то фотографии... Мы будем очень рады. Вы можете комментировать к этому видео, посту, или в нашей ЖЖ atmaravi.livejournal.net ой, com.com. Net.com. 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 А я говорю net. А я говорю com. Net – это твое любимое женское имя. Мое? Ёлки зеленые. Я вообще предпочитаю женщин безымянных. Потому что имя это как-то пошло. Какой ты? Иногда даже вот язык как не произносит. Вот знакомишься с кем-нибудь, и прям не хочется имя запоминать. Не хочется. Потому что ну имя, что, оно ничего не говорит. Ну что, только Тани, Маши, Вани, Пети, Кати. Вот даже лучше Ники из ЖЖ вот какие-то, по-моему. Какой-нибудь там. Зайчик 43. А еще хочется пожелать побольше комментариев оставлять, если есть такая возможность, потому что они помогают. Да, может, что-то какие-то идеи, помогают, может, корректировать, да. Там, не знаю. Хочется же, чтобы не просто было потребитель-изготовитель. Хочется взаимодействия, чтобы вместе что-то вот куда-то воспарять. Да? Высоко-превысоко. Вот, на этом мы завершаем наш эфир. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья.